Ну а как вообще можно профилактики добиться, да, вот гриппа и простудных заболеваний, расскажет уже Александр Кононов. В холодное время согревает, в теплое создает уют и комфорт. Плед и чай – универсальный набор, который помогает бороться с грустью. Но и это не спасает, когда ты болен. С Максимом Ивановым это обычно случается в самый неподходящий момент, когда от него требуется максимум производительности. Сразу тебе температура поднимается, голова начинает болеть, не знаю, кости ломит. Уже каждый год одно и то же, уже надоело. Пусть таблетку придумают, какую-то таблетку, которая вылечит от простуды. Зачастую многие пытаются заниматься самолечением, ставя себе диагноз с помощью информации в интернете. Что не всегда эффективно, а порой и очень опасно, ведь препараты имеют много побочных явлений. Неправильное питание, частые стрессы, резкие изменения погодных условий и, конечно же, ослабленная иммунная система. Все это приводит к заболеваниям в холодный период времени. Что же необходимо делать для того, чтобы избежать неприятностей со здоровьем и какие методы профилактики следует применить, мы попробуем в этом разобраться. У каждого на этот счет есть свое мнение и свои способы поддержки иммунитета. Чаечек пью с вареньем. Ага. Как можно больше. Лежу в кровати. Физкультура, витамины. Свежий воздух. Холодный душ каждое утро, это минимум. Программа минимум. У меня наоборот, горячий душ и потом холодное обливание после него. Эти способы оздоровления и профилактики индивидуальны. Тут нужны средства, необходимые каждому человеку, которые не имеют побочных действий. И неспецифические, как мы их называем, факторы укрепления иммунитета человека, они... безусловно, помогут, с одной стороны, избежать или легко преодолеть вот этот сезонный фактор снижения иммунных сил. К таким факторам относятся закаливание, физические процедуры, отдых, отсутствие вредных привычек, доступны и знакомы каждому человеку, но мало кто их придерживается. Также немаловажную роль в лечении и профилактике играют народные средства. Традиционно, которые мы... всегда слышим, это чеснок, это чай с малиной, мед, это чай с лимоном. Лимон, да, пожалуйста. То есть все это не вредно абсолютно. Поэтому, ну, в конце концов, сейчас осень, пора, когда на прилавках или на рынке есть масса овощей, фруктов, ягод, которые сами содержат много полезных веществ. Но если болезнь застала вас врасплох, самолечением лучше не заниматься, а обратиться к врачу. Придерживаясь таких простых советов, вы можете обезопасить себя, ведь профилактика – лучшее средство для защиты. А всем известно, что предупредить болезнь всегда лучше, чем ее лечить. Александр Кононов, Максим Турчев. Утро нового дня.